Всем приветики. Купила себе, значит, такую вот штуку. Пришла она в таком пакетике. Сейчас покажу. Вот в таком пакетике. Просто пакетик почтовый. И внутри такая типа пупырочка. И все, и больше ничего. Ну, честно говоря, это как-то слабовато. Он весь такой, может поломаться. Но все пришло целенькое. Это как бы такая штука, вот, которая регулирует типа яркость светодиодных лент. То есть вот оно видно. Off выключен. On. Или как оно тут правильно? Вот так вот, наверное. Off выключено, on включено. То есть вот включили ярче, 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 а потом до минимума и выключаем. Такая вот штука. LED диммер. Световой регулятор, наверное, какой-то. От 12 до 24 вольт работает. Вот. И покупал я ее себе. Для своей вот этой вот штуки. Да. Типа наряду вот с этой думал. Включить. Ну, то есть... Вставляем вот так. Это я уже заранее купил. Так. Это вот сюда. Но здесь, правда, тоже не подходит. Потому что здесь верхний диаметр 5,5, внутренний 2,5. А здесь верхний 5,5, а внутренний 2,1. То есть так-то оно и не подходит. То есть вот они такие штуки. А нужен вот такой переходник. То есть видно, что на переходнике... То, что надо, подходит, а здесь не то, что надо. Мы вставляем переходник, и тогда оно подходит сюда. Но у меня, к сожалению, переходник только один. Вот. А сюда? Сюда мы вставляем... Ну, у меня есть 5-вольтовая, которую я обычно подключал к ним. К этому мотору, вот на 5-вольтовый. Но дело в том, что 5-вольтовая почему-то не тянет. То есть, если вот включить сейчас в сеть, сейчас это мы сделаем выключено положение. Так, момент. Итак, сеть включена, вот здесь я нажимаю. А, то есть оно уже в сети было. Вот оно выключено, так вот нажимаю, оно включено. А дальше, по идее, надо крутить вот эту, и оно начнет... Я думал, ну, типа, такую штуку сделать. Нажимаешь, оно включается. А от этого зависит обороты. То есть быстрее, быстрее, быстрее. То есть чем сильнее крутишь, тем сильнее обороты. Но в итоге крутишь, а ничего не происходит. А, и оно даже оторвалось. Тогда надо сейчас это приделать. Все, прикрутил, лишние провода убрал. Потому что они не нужны. Вот, теперь обратно здесь включаем. А здесь начинаем регулировать. Слышно пищание? Но оно не крутится. Вот, то есть 5 вольт маловато. Но у меня есть другой блок. На 8 вольт. Вот от него работает. На 8 вольт, от него 8,5 даже от него работает. Но для него 8 это многовато, как бы. Ну вот, я подключил восьмерку, включаем. И дальше начинаем крутить здесь. Вот оно в положении сейчас выключено. Вот в этом положении, в самом крайнем выключено. Начинаем включать. О, как запищал. Тогда еле тихо пищало сейчас. А сейчас уже громче. Ну и начинает крутиться. Чем вот больше крутим, пищит, а потом начинает крутиться. Вот. И получается, что 8 вольт много. Потому что он, во-первых,
во-первых, очень быстро крутится, во-вторых, сильно пищит. Я думаю, ему вообще нужно 2,7 вольта. А я даю ему 8,5. Поэтому от такой нагрузки, которая так сильно превышает ту, которая должна у него быть, он сгорит быстро. А поменьше, от меньшей нагрузки не срабатывает вот эта вот штука. Поэтому, блин, не знаю, что делать. Надо либо помощнее... Надо, наверное, вот эту штуку помощнее купить. Я видел на 12 вольт. Блок на 12 вольт. Здесь как раз оно с 12 вольт работает. Купить блок не на 8 вольт, а на 12. И тогда и вот эта штука будет подходить. Ну, потому что она тоже на 12 рассчитана. И вот это будет подходить. Плюс он сам будет на 12. И тогда оборотов будет больше. Он будет мощнее крутиться и жестче. И уже не будет ни греться, ни пищать, и не сгорит, и ничего. У этого, по-моему, сколько? 3000 оборотов, не знаю. А у того будет на 12 вольт. 1007 оборотов в секунду. Или я не помню, или в минуту, что-то такое. Не, в секунду это что-то много, в минуту. Вот. Или 10 тысяч, что-то такое будет. 7-9-10, что-то такое. Короче, норм будет. Вот, я думаю, помощнее надо будет. И оно плюс уже будет не так звучать, вообще так дико мощно, реально. Так что, да, думаю, можно. Я там видел такой на 12 вольт, но я подумал, мне нечем его запитать, а этот есть чем от батарейки 3 вольта. Но в итоге все равно запитаю его от блока на 5 вольт. Так почему тогда для такого дела не взять именно для него блок на 12 вольт? Тем более, что все уже есть. Это для регулировки там быстрее, медленнее. Там кнопкой там раз включил, и оно уже, например, стоит на каком-то режиме, оно слабо крутится. Раз выключил, потом включил, оно продолжает крутиться. Надо сделать быстрее обороты, надо медленнее. Вообще, я думаю, да, можно взять и блок питания на 12 вольт, и мотор помощнее там тоже на 12 вольт. И будет нормально. Вот. А так эта штука работает. Просто что? Но 5 вольт, на пруге 5 вольт для нее маловато. Да. Ну и, естественно, у меня вот эта штука. Таких штук еще, я думаю, надо купить на 5. Ну, такие же, вот как эти. У меня 5,5, 2,5. А можно купить такие же, как эти. 5,5, 2,1. Это вообще нормально будет. Но эта штука рабочая. Так что все норм. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.